Перепробовал много способов, а выучить Python не получается. Решение. Давайте очертим проблему. Проблема заключается в том, что если... Здравствуйте, ребята. Если не читать код, то писать головы не получится. То есть, для начала мы должны понимать, что написано в исходном коде. Значит, нам надо решить вторую проблему, а что сделать, чтобы читать код. Решение. Нам нужна система работы с кодом, которая отвечает следующим требованиям. Овладей чтением кода. Нужен подход и порядок прохождения. Читали книги, читали документацию или другие какие-то курсы. Все подряд, ничего не получается. Мы с вами выберем 4 конструкции всего. Функция, класс, метод, экземпляр. Напишем 7000 строк кода, ответим на 400 вопросов всего по этим 400 конструкциям. Нужна правильная методика. Важно добиваться не подряд, а конкретных моментов. Именно эти мелочи имеют значение. Откроем код и посмотрим. Я всегда задаю очень простой вопрос. Когда вы читаете файл, с чего вы начинаете читать? Кто что пишет? Вот отсюда надо начинать всегда читать любую конструкцию. Абсолютно то же самое, что если мы собрались на рыбалку, то мысль «мы собрались на рыбалку», она находится в голове. В Python, в другом любом языке программирования, параметры – это и есть та мысль, которая будет осуществляться, проверяться и все прочее. Значит, нам надо сначала разобраться, это на примере, с параметрами. Я ставлю столько вопросов, пока мы не достигнем цели, не научимся читать параметры, видеть эти параметры в документации и в исходном коде, считывать их, объяснять их, думать ими. Это еще не написание кода. Например, мы с парнем работали месяц для того, чтобы разобрать объект, видеть, разложить, думать объектом. Задача преподавателя – концентрировать внимание на значимой конструкции и добиться двух вещей – чтения кода, чтения документации. После того, как мы достигли чтения документации, мы можем сосредоточиться на написании кода с головы. То есть мы начинаем работать с этими конструкциями. Вот так это выглядит. Тогда это превращается в нормальные мысли с нормальным языком. И в данном случае мы все еще учимся писать код. Я не считаю это кодом и говорю, это пока плохо. Но в данном случае мысли работают правильно у человека. И здесь он разбирает объект первого класса. Как это выглядит на практике? Написание собственного кода, откуда оно вообще берется. В данном случае возьмем абсолютно сбитую функцию, которая самая часто используется в Django GetObject R404. Когда мы прочитали, дошли до этой строчки, эта строчка является принятием решения написания собственного кода. Сразу в исходном коде мы видим и применение, метод применения, иными словами, как атрибуты. То есть, по сути дела, в данном случае, разобрав объект первого класса, самая частая конструкция вообще во всех языках программирования, мы можем принять решение написания собственного кода. Все остальное мы можем взять отсюда. Если вам интересно, вы можете перейти в описание, посмотреть дополнительные видео. Выбрать план обучения, что непонятно, задать вопрос, начать учиться. Минимум надо настраиваться на 6 месяцев. Спасибо, у меня все.